Прекрасна даль морская, как влечет она, сверкая, сердце нежное лаская, словно взор твой голубой. Слышишь в рощах апельсиных звуки трелей соловьиных, вся в цветах благоухая, расцвела земля вокруг. Все у тебя остаться, каждый взгляд и каждый звук, но ты едешь, дорогая, даль зовет тебя иная, неужели навсегда? Василенко! Я бы даже сказал, Егорушка. Я получил огромное удовлетворение вообще от этого блока. Вот сижу и получаю. Потому что как будто в какую-то другую реальность мы сейчас попали. Прям, я не знаю, в какой-то театр, что ли. Я даже не понимаю, как вот их, как их судить. Да. Потому что, ну, наверное, можно сейчас начать придираться. Если там мы придирались к фальшивым нотам, то здесь, может быть, что-то было именно по сцене. Может быть, артист не очень себя уверенно чувствовал и как-то, ну, не так артистичный, как предыдущий артист. Но, в принципе, очень хорошо. Спасибо. Мне очень приятно, что Игорь Игоревич назвал последних двух исполнителей артистами и сравнивает их уже между собой как артисты. Это очень приятно, это большое достижение, потому что они оба претендуют на это великое звание артист. Вот исполнитель, который стоит на сцене, вообще один из моих любимых. Я считаю, что вот этот раз у нас будет очень сложный выбор у каждого.